Что ж, окей, вероятно, стоит рассказать про то, как я буду списывать, ну, по крайней мере, пытаться. Вот он, в общем, не помпает. Ну, заряжается пока. Штучка мало кому известная, ну да ладно. В общем, мини-телефон. Его можно прицепить на руку, специальный кредл. Вот, недавно ко мне пришли еще другие к нему крепления. Что, в принципе, я могу и в бампер засунуть, довольно удобный, мягенький. Могу там на клипсу, в принципе, как угодно. Но не суть. Я думаю, завтра, так вроде нормально, более-менее, взять на экзамен, и неспроста. Собственно, я в Google Доках со своими знакомыми ребятами написал шпаргалочку, естественно, ссылочками. Вот, например, ссылочки, список вопросов. Это у нас он гребаная главление. На самом деле, изначально, что мальдок открывается, и он виден примерно вот так, то есть, текст небольшой. Но мы можем это дело увеличить. Вот. Собственно, по нашему желанию можем увеличить, найти, например, нужный вопросик, про 18-15. Я просто смотрю через смартфон, поэтому мне несколько сложно. Вот, он, короче, у нас отобразился. Давайте его еще увеличим. И все, можно читать, списывать. По-моему, удобно, вполне, да? О. На самом деле, это единственное действительно классное использование этой штуки. В принципе, оно основное, из-за чего я купил. Так, бас, 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 бас. Хорошо, кстати, на всякий случай страницу какой-то старый добрый стоковый и ведроидовый, выпиленный уже это всюду браузер. Здесь просто 4.1. Можно сохранить страницу, а потом через закладки получить к ней доступ. Вот, собственно, этот документ. Так что, смотрите, как удобно. Бац! Картинки, в принципе, тоже нормально смотреть. Правда, при уменьшении могут начинаться артефакты. Но я так построил масштаб, чтобы было как можно меньше. Не приходилось сильно уменьшать или увеличивать. Так что, в принципе, все читаемо. Вот, все хорошо. Да, ну и как нам делать доки, соответственно, после каждого вопроса. Кнопочка, чтобы вернуться к оглавлению, при обучении, чтобы потом можно будет снова, естественно, найти нужный вопросик и вперед. И дело.